Всем привет-привет! Вы на канале Color of Fantasy Art Gallery. И с вами я, Диана. И сегодня я немножко себя плохо чувствую, но решила все-таки записать. Сейчас вот так поставлю. Решила записать одно видео на маятнике. И вот смотрите, я уже камеру сейчас поправлю. Вот такая бутылка от клея. Видите, носик у нее тут вот такой, закрывается вот. Сейчас буду пробовать. Это я вчера сделала, и вот хочу попробовать, какие будут полоски вот из этой штучки. Я уже залила синего цвета, холст я покрасила. Вот, и сейчас начнем заливать. И начнем делать маятником, попробуем. Так. Я сейчас вот так для эксперимента попробую, как. Ага, все, вот так. Окей. Все, и пошла. Нормально. Вот так. Хорошая штучка. Вот я уже себе теперь придумала. Очень даже красиво. Полоски получаются тонкие. Просто супер. Сегодня немножко плохо себя чувствую, поэтому решила, думаю, дай-ка с маятником лучше поработаю. Так. Оп. Ай! Вот тебе и на. Испортила. Как всегда. Ладно. Так, это ладно. Это я сейчас по-другому что-то буду делать. Испортилось, ничего страшного. Смотрите, я сделала круги. Сейчас я это откладываю. Так, и буду делать шариками. Мне вчера опять прислали 3 шарика. И сейчас попробую сделать шариками. Буду пробовать делать шариками вот эти вот. Вот здесь вот. Сейчас. Дальше потом еще. Вот. Так. Так. Посмотрим, что у нас выйдет. Какой рисунок получится. Так, делать, наверное, буду пока маленьким. Какие-то. Или уже сразу большим сделать, что ли. Давайте попробуем большим здесь. Нет. Не хочу большим пробовать. Лучше маленьким. Так, этим что-то не очень получается. Давайте попробуем вот этим. Тоже большой. Не хочу я большим пробовать, но почему-то... Ладно, может быть, сейчас я его... Все, вот так. Так. Вот
что я хотела и получить. Так, ну вот, что я и получила. Вроде все, да? Вроде все. Так. То, что я и хотела получить, я так и сделала. Хотя бы выйти. Вроде все, да? Так. Вот так. Теперь. Что-то мне здесь нужно доделать. Что доделать, я не знаю, я сейчас посмотрю. Так, окей. Будем пробовать еще. Так. Ну, еще здесь немножко есть. Поэтому будем пробовать. Теперь я хочу провести это вот так. Так, ну мне нужно. Ну давайте попробуем. Все, мне это надо как-то убрать. Я не знаю как, но убрать. Так. Все. Мне это очень нравится. Вот эта вот крышечка вот от клея. Нормально. Ее закрыл и все. Так, теперь, что теперь? Надо что-то попробовать сделать как-то вот тут, а может быть. Сейчас посмотрим. Так, так, так. Сейчас подумаю, как. Забыла включить камеру, блин, ну ладно, уже. Вот, я провела еще вот такие полосочки и еще поставила сюда, также шариком вот таким. Видите, я поставила вот эту. Я просто так показала вам, чтобы, я думаю, что я забыла включить камеру. Я ее выключила и забыла. Вот что у меня получилось. Получилась птица. Вот так. Если ее вот так смотреть. Вот видели? Получилась птица. Все, на этом пока-пока. Хотя я
Снимала не так, как надо, но пока-пока.